Значительное снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище стало причиной обмеления ряда рек Волжского водного бассейна в Татарстане, Чувашии и других регионах России. В Татарстане обмелели Волга, Кама, Казанка, Свияга и другие реки. Из-за этой проблемы вымирают рыбы, ракообразные, моллюски и другие представители водной среды. Снижение количества видов приводит к снижению процессов самоочищения, потому что все гидробионты участвуют в процессах самоочищения и в продуцировании доброкачественной воды, то есть фактически от них зависит качество воды. Эксперты отмечают, что увеличение уровня воды в Куйбышевском водохранилище не решит появившуюся проблему с реками. Наша кафедра природоустройства и водопользования именно готовит специалистов в области экореабилитации, восстановления водных объектов. И есть ли, конечно, ряд мероприятий, которым можно улучшить ситуацию. Это может быть посадка водно-болотных растений, это может быть зарубление отдельных участков водохранилища, сетевых участков рек. Это может быть посадка, скажем так, моллюсков, фильтраторов. Ряд таких мероприятий является необходимым, но лишь частично решает проблему. А экологическая ситуация может нормализоваться только через несколько лет. Артем Тупичкин, Универньюз.